моргал зеленый светофор. И передо мной прям начинает резко тормозить легковой автомобиль. Водитель большегруза рассказал, что буквально час назад заступил на смену. Из Кощакова в Казань он вез глину на кирпичный завод. На перекрестке с улицы Камалеева легковушка, ехавшая впереди КамАЗа, резко затормозила. Чтобы избежать удара с иномаркой, водитель за рулем грузовика совершил спасательный маневр. Вывернул руль влево. Не знаю, почему он затормозил. Мы закончили этот маневр вдвоем спокойно, если бы он не затормозил, а поехал бы дальше, потому что вот только-только начал моргать зеленый светофор, мы максимум на желтый уже успели, то есть вот так вот, а он, видите, как затормозил просто резко. А дистанция у вас маленькая, что ли, была? Да даже не делал в дистанции, делал, потому что я на грузовой машине груженный, я так и так не успел бы затормозить, понимаете. Скорость большегруза была разрешенная – 60 км в час. Но так как КамАЗ был груженный, из-за резкого торможения он завалился на бок. Все стекла в грузовике разбились, моторное масло и бензин вылились на асфальт. Водитель не пострадал. Чтобы поставить многотонник на колеса, пришлось вызвать автокран. А трактор-погрузчик загрузил рассыпавшуюся на дорогу глину в грузовик, который специально приехал для этого на место ДТП. Лесна Тыпова, Игорь Бузов, эфир 24. Сонная лощина. С понедельника по четверг в 23:30. Время сериалов на телеканале «Эфир».